Работа по созданию книги памяти началась в октябре прошлого года. И уже сегодня скорбный список насчитывает около 1000 человек. Первый трагический случай в бассейне, о котором имеются сведения, датирован 1934 годом. Тогда авария на 4-й шахте унесла жизнь горноспасателя Андрея Рудковского. Архивные материалы, фотографии, воспоминания очевидцев, письма родных и близких, карта мест захоронений, расположение памятников и должны составить основное содержание книги. Это, конечно, плохо, но эта книга не кончится, наверное, никогда.